Привет, друзья! На связи с вами опять Куликов Сергей и сайт focus@moryka.ru. В этом видео мы будем с вами смотреть не фокусы. В этом видео я хочу показать вам одну классную фальшивую тасовку, которая имитирует тасовку, называемую стрип-шаффл. Фальшивая тасовка, которую я хочу вам назвать, имеет название лестница или лесенка. Она очень крутая, в том плане, что она не пропаливается незнающими людьми. То есть никто ничего не поймет, ну только кроме тех, конечно, кто в теме. Вот. И исполняется она, собственно, очень просто. Итак, давайте посмотрим, как ее делать. Итак, друзья, для удобства восприятия я разложил карты. С одной стороны красные карты начинаются у меня бубновым тузом, а с другой стороны черные карты заканчиваются крестовым тузом. Итак, давайте глянем, как выглядит наша лесенка. Ну еще разочек. Ну и еще разочек. То есть карты типа перетасованы, но на самом деле красные так и остались с одной стороны, начинаются с бубнового туза. Черные остались с другой стороны, заканчиваются крестовым тузом. Что ж, друзья, теперь давайте посмотрим обучение этой тасовки. Итак, друзья, давайте посмотрим, как, значит, выполнять эту лестницу. Значит, также возьмем с одной стороны одни черные карты, да. Ну, давайте, к примеру, опять же тузом их пометим. С другой стороны возьмем одни красные карты. Ну, давайте также тузом пометим их. Итак, карты у нас лежат от красной, начиная от червового туза, да. И заканчивая черным крестовым тузом. Итак, смотрим, как делается эта лестница. Значит, во-первых, захватывается нижняя часть, вытаскивается и кладется наверх вот с таким вот выступом. Далее мы захватываем нижнюю часть, эту вниз опускаем также в исходную, то есть туз возвращается вниз. Кладем вот этот вот выступ с выступом. Далее, начинаем забирать карты только из выступа. Забираем нижнюю часть, кладем наверх, выступ переносим. Забираем опять нижнюю часть выступа, кладем наверх, выступ переносим. Нижнюю часть, выступ переносим. Нижнюю, переносим. Нижнюю, переносим. Что имеем? Туз с этой стороны, красный с этой. Туз черный с этой стороны, черный также с этой. Так, давайте повторим еще разочек. Ну, в принципе, она простая, здесь никаких сложностей не будет, вам главное смысл понять. Итак, хватаем нижнюю часть, закидываем ее наверх с выступом, захватываем нижнюю часть большую, эту часть спускаем вниз. Опять захватываем у выступа нижнюю часть, выступ переносим, нижнюю часть захватываем, выступ переносим, 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 переносим. Опять, значит, у нас все в той же последовательности остается. Ну, давайте еще разочек. Нижнюю часть захватываем, наверх, сбросили, выступ. Нижнюю часть выступа наверх, выступ перенесли. Наверх, перенесли, наверх, перенесли. Наверх, перенесли, наверх, перенесли. В итоге карты у нас в той же самой последовательности остаются. Ну что ж, друзья, это была фальшивая тасовка, которая называется лесенка. И это было обучение от моряка. Тем, кто не подписан на канал, советую подписаться прямо сейчас и ожидать в ближайшее время выпуска новых видео. Ну что ж, друзья, думаю, этот урок был хорош для вас. Всего хорошего.